My life 一直在等待，空荡的口袋想在里面放一份爱。 Why 总是被打败，真的好无奈。其实我实实在在，不管帅不帅，想要找回来，想要找回来自己的节拍，自己的节拍。所以这一次我要勇敢大声说出来，期待你早已发现我的爱，好几个弯靠越近越明白，不要走开，幸福的开始就是放手去爱。Фанцы, иди домой. Литан не придет. Я дождусь его. Он придет. Я дам ему шанс. Пускай он продал магазин. Но если сможет дать разумные объяснения, я буду с ним. Полночь на дворе. Если бы Литан хотел прийти, он бы уже пришел. Давай вернемся домой. Он не придет. Он каждый день ждал меня у подъезда. Разве не ты говорила, что я должна была его выслушать, а уже потом прогонять? Я хочу дать ему шанс. Хочу его дождаться. 蓝色的思念突然演变成了阳光的夏天，空气中的温暖不会很遥远，后冬天也仿佛不再留恋。Ку-ку, о чем задумалась? Да так, похоже, переела и чувствую себя не очень. Не расстраивайся от того, что Фанцы здесь нет. Может, у нее свидание с директором Инем? Какой кошмар! Не грусти, начнется продажа коллекции, и все будет отлично.
Вероятно, тебя повысят и зарплату увеличат. Увеличат зарплату, увеличат, ага. Улыбнись, зарплату увеличат. Сегодня такой важный день, но ты отталкиваешь меня. Прости. Как ты узнал, что я здесь? Ты ждешь Литана или прошлое вспоминаешь? Почти нечего вспоминать. 6 лет назад мы с ним расстались в этот день. И спустя 6 лет... Значок, подаренный им, сломался. Фанцы, забудь о прошлом. У тебя вся жизнь впереди. Фанцы, пожалуйста, положи конец своему прошлому сегодня. Коллекция запущена в продажу, не о чем жалеть. А сломанный значок — знак, что пора жить для себя. Для него сегодня конец. Но для меня это шанс попробовать еще раз. Что? Отправила СМС и пожалела. Чуть позже я отправила еще СМС. Попросила встретиться здесь. Целый день ждала. Даже мама пришла. Но он исчез. Исчез, как и в этот раз. Я больше его не видела. Продал магазин. А я не хотела его видеть. А он меня ждал, чтобы объясниться. А я не хотела ничего слышать. Но та СМС была как нож по сердцу. Мне было нелегко. Всего 4 часа продержалась, а потом сдалась. Я не хотела его отпускать. Фанцы, возьми себя в руки. Он не стоит этого. Неважно, стоит или нет. Главное, что я чувствую. Знаю, он эгоистичен, вспыльчив и ведет себя по-детски. А я не такая сильная, как кажусь. Мне страшно. Я не могла самой себе признаться, что не могу без него. Фанцы! Повтори-ка, что ты только что сказала? Идиот! Зачем вернулся? Идиот! Дурак! Не возвращайся! Идиот! Зачем ты вернулся? Он ушел, не переживай за него. Как ты? Я уехал всего на пару дней. И тебе было так тяжело, что ты пришла сюда с другим мужчиной? Но я прощаю тебя, так как ты призналась ему в чувствах ко мне. Да. Повтори, что сказала. Идиот. Дурак. Где тебя носило? Куда смылся? Я тебя прости. Спрашиваю. Мне очень жаль. Не злишься? История долгая. Я виноват, что так надолго оставил тебя одну. Но я горжусь тобой. Ты не уступила Дон Ши. Отец не стал поглощать Тон Линь. Поглощение?
Ты знал, что Дон Ши тебе помогал? С чем? Потом расскажу. Ответь мне, куда ты уезжал? Отправился в Америку, чтобы уладить какие-то дела. А ты думала, я просто бросил тебя? Как ты мог? Просто взял и исчез. Мобильный дома оставил, забрал деньги компании. Что я должна была подумать, что ты в прятки решил сыграть? Моя любимая игра – борьба с тобой. Разве есть что-то более увлекательное? Зачем мне прятки? Я должен был помешать отцу. Отец прослушивал мой телефон, поэтому был вынужден оставить его дома. Почему не сказал мне? Оставить тебя в неведении – это часть плана. Как и думал, ты скрывала мое исчезновение. Возглавила компанию. Ты же меня использовал. Не использовал. Просто был уверен, что ты мне поможешь. Я очень тебе дорог, поэтому ты помогла мне, так ведь? Что ты там говорила, повтори-ка, кого ты там любишь? Вот гаденыш. Бо Фанцы, прошло уже 6 лет. Думаешь, я не догадываюсь, что ты испытываешь ко мне? Я не менее важен для тебя, чем твоя работа. Но мне все равно. Важно лишь то, что я люблю тебя. Я, Летан, буду трудиться, чтобы стать тем, кто будет достоин твоей любви. Стану лучше. Никогда больше не оставляй меня. Прости. Я не хотел, чтобы тебе было тяжело. Хотел лишь заставить отца не вмешиваться. А ты меня просто с ума сводила. Летан. Я никогда не хотела тебя оставлять. Я отправила ту СМС, а через полчаса уже пожалела. Чуть позже сама тебе назначила встречу, чтобы простить. На протяжении 2 дней я ждала тебя здесь, 6 лет назад, на этом месте. Я ждала тебя. Осторожнее. Летан? Летан? Что с тобой? Это же опасно. Стой. Ты кто? Я Чен Сяннань, одногруппница Бо Фанцы. Мы виделись с тобой. Что с тобой? Ты болен? Болен, Бо Фанцы. Что с тобой? Стой! Летан, твой мобильный. Я ночевал в гостинице. Сяннань подобрала телефон. Отец его нашел и вернул мне. Может, это Сяннань? Я не получал твою СМС. Когда закончился ливень, я отправился на твои поиски, но отец помешал мне. Его телохранители скрутили меня и отвезли в аэропорт. Не знала об этом. Я опоздал на 6 лет. Ты всегда опаздывал. Главное, что сейчас ты пришел. Никогда больше не позволю тебе бросить меня. Я хотел признаться тебе. Здесь мы впервые встретились. Ты подарила мне счастливые воспоминания, дала силы идти вперед.
Я все еще хочу сказать тебе, что давным-давно, возможно, еще до того, как опять встретился Нань, полюбил тебя, мы прошли с тобой через многое. Моя любовь к тебе, как этот песок, его все больше и больше, и скоро он заполнит всю банку. Как же я хочу стать для тебя крепостью, оберегать тебя от штормов и ураганов, чтобы тебе не надо было притворяться сильной. Но я проиграл. В твоем сердце есть место лишь для Литана. Ладно, пойдем уже. Давай еще немного посидим. Хорошо. Как ты узнал, что я буду здесь? Когда не нашел тебя на вечеринке, понял, что ты будешь здесь. Не ожидал, правда, увидеть Хаораня. У тебя эта дата стоит как пароль от дома и от телефона. Ты так сильно меня ненавидел? Знаешь же, у меня просто память хорошая. Такой день просто так не забудешь. В моей жизни те, кого я любил, никогда не заботились обо мне. Отец, мама и даже ты. Как ты могла расстаться со мной, просто отправив СМС? СМС можно просто взять и удалить. Я долго убеждал себя, что оттолкнувшие меня люди не заслуживают моих переживаний. К чему разочаровываться? Но несмотря на надежду и разочарование, неважно, что бы я ни делал, голос внутри меня повторял, что было бы здорово, будь Фан Ци рядом. Выбора у меня не было, я пытался забыть тебя, но не мог этого сделать, видимо, потому что задолжал тебе в прошлой жизни. Да, и, похоже, задолжал по-крупному. И столько лет это отрицал. Давай поженимся. Что? Я не расслышала. Давай поженимся! Услышала. На ноги сперва поставь. Что, отказываешь? Поставь. Соглашайся. Я тебя услышала. Точно услышала? Услышала. Еще 10 лет назад мы должны были посадить наше дерево. Но и сейчас еще не поздно. Соглашайся. Мы 10 лет встречаемся. Кто это с тобой 10 лет встречается? А кто с Чен Сяннань роман крутил? Второй раз жениться собрался, да? Мы были лишь помолвлены. Свадьбы не было. А вдруг... И на этот раз передумаешь. Ты непостоянный. Но не в этот раз. В последний раз я был так серьезен, когда Рональдо поставил на заставку в телефоне. Рональдо? Не смеши меня. Он хорош. Я тебя ненавижу. Эй! Ты не ответила. Я жду. Куда убегаешь? Бофанцы! Бо Фан Ци! Бо Фан Ци! Мама, рассказывай, где вчера была? Выпила лишнего на вечеринке.
а потом в офис вернулась. Ага. В офис, значит, вернулась. И Хаорань там был с тобой? Хаорань? Нет, конечно. Не обманывай. Он вчера тоже дома не ночевал. Не вместе были? Нет, мы были не вместе. Хаорань не вернулся домой? Не вернулся. Кто это в такую рань? Утро доброе. Малыш Ли? Завтрак любви. А ты разве не исчез? Я был в командировке. Зачем пришел? Тетя, хочу вас успокоить. Прошлой ночью она была со мной. Мама, мы были у фонтана. Впредь мы всегда будем вместе, так как вскоре поженимся. Мама! Как здорово! Каждый твой приход – катастрофа. Вали давай. Мама! Мы скоро поженимся! Чего я кинулась за ними? Они поженятся. Надо выбрать дату. Бо Фанци, не толкайся. Я о маме твоей забочусь, чтобы она не волновалась. Рано или поздно тебе бы пришлось ей рассказать о свадьбе. Не суй нос в мои дела. Я еще ничего не решила. Совсем бессовестный. Мою маму мамой называешь. Весь в тебя. Ты же не оттолкнула меня, когда я тебя целовал. Мне нужна практика. Скоро же она станет и мне мамой. Мама! Кто сказал, что я выйду за тебя? Думаешь, завтраком меня задобришь? Ты что, курьер? Почему вечно ведешь себя так, когда замуж зовешь, как может, в прошлый раз? В этом году? Что скажешь? Не хочу об этом думать. Нам обоим есть о чем подумать. И я тебя предупреждаю, больше никаких глупостей. Ну что опять? Чего сразу драться? Пусти. Выслушай для начала. Хаорань. Ты вчера не ночевал дома? Ночная жизнь для мужчины – обычное дело. Вот только тебя это не касается. Литан. Стой. Позволь представиться. Я ее бывший парень. И ее парень в настоящем. К тому же сейчас мы... Что с тобой? Хаорань, не обращай внимания. Хаорань. Эй, не забывайся, перед тобой такой шикарный парень, а ты на другого пялишься. Бо Фанци, я тебя предупреждаю, на других мужиков не больше 3 секунд смотреть. Слышала? И только на лицо смотри. Он плохо выглядел. Ну, прихватило немного, видела же, как он торопился. Узнала? Слышала запись на телефоне. Неудивительно, что ты все время на него срывался. Ты как? Я уже давно знала правду. Хаорань мне все рассказал. Обманул и рассказал об этом? Узнала и совсем на него не злилась? Ты что, совсем дура? Я была первой, кто нарушил сделку. Несмотря на то, что он заставил меня сотрудничать с тобой ради моего бренда, я знаю, что мой бренд мало стоит. Я возмещу твои убытки. Не сердись. Ты его простила? Я не говорила тебе, потому что знала, что будешь злиться и наделаешь глупостей. А что я не так сделал? Остановись. Всякий раз, как злишься, говоришь глупости, а потом жалеешь. Откуда мне было знать, что ты можешь натворить? Ну хорошо. Знаю, почему ты мне ничего не рассказал. Боялся, что я буду очень расстроена. Беспокоился обо мне. Лучше бы я не скрывал от тебя правды. Еле сдерживался, чтобы не разорвать его на кусочки. Это меня просто с ума сводило. Не сердись.
Да я в бешенстве! А в эту? Прекрати дурачиться. Мне еще в офис надо сегодня. Запуск был сорван, а я даже на вечеринке не показалась. Забей, начнем все сначала. Это не так уж и сложно. Заново? Ладно, иди домой, отдыхай. Вечерком заглянешь на работу. Кстати, раз ты знаешь правду о Тан Линь, встреться с Шэнь Дуньши. Уже. Ло Шао Цзинь тебя ищет. Не волнуйся, не ищет он меня. Он сейчас занят изучением нашего капитала. Ищет лучший способ обратного вливания его в Дон Жуан. Ли Тан, а ты умеешь хранить секреты. Не знала, что ты способен на такое. А ты не боялся, что я просто уйду? Нисколечко. Уход, признание поражения. А то, что ты осталась, значит, что ты лучшая. Мой пончик. Директор Ли вчера как из ниоткуда появился, а потом опять исчез. А я вам говорила, Фан Сы и Ли Тан – пара, созданная на небесах. Иньхао Рань тоже вчера появился и исчез. Кто знает, может, Ли Тан увидел Иньхао Раня и Фан Сы. Я хочу знать, что произошло. Однозначно. Это битва титанов. Сделаем ставки? Ставлю, что Фан Сы станет женой шефа, а я на Иньхао Раня. Один бабник, другой – одни сплошные проблемы. Когда говорим о личной жизни Фан Сы, ты всегда такая. Может, есть какой-то скрытый мотив? Скрытый мотив? Утро доброе. Доброе утро, директор. Вы большие молодцы, трудитесь, не покладая рук. Сегодня будет важное объявление. До вечера. Что такое? Директор так красив. Похоже, вчера был великолепный вечер. Вот блин. Я этого не слышала. В этом месяце нет хороших дат. Посмотрим. В следующем месяце. В следующем не получится, у меня соревнования. И это не подходит. Фан Сы, как тебе? Только один день подходит. Отличный день для заключения брака. Мама, как так со мной можно? Ты замуж собралась, а мне ни слова. Что? На завтра организовать бракосочетание. Рано о свадьбе говорить. И слышать не хочу. Я поддерживаю твой выбор, поэтому не буду спорить. Но позволь дать тебе лишь один совет. Выбери благоприятную дату. Сперва дата, а зал, машину и прочее я возьму на себя. К тому же благоприятная дата – залог, что через пару лет ты подаришь мне двух внуков. Мама... Он только из-за границы вернулся. Переакклиматизация не прошла, вот он и ляпнул про свадьбу. Не принимай его слова всерьез, ладно? Соврал, значит? Не может быть. Малыш Ли назвал меня мамой. Говорю же, он не в себе был. Галлюцинация у него. Что ты несешь? Вы с ним решили поиздеваться надо мной? Фан Сы, ты уже не ребенок. Может, пора планы строить, а? Мама, мы только с ним помирились. Рано еще о свадьбе говорить. А когда... Когда поговорите? Когда я стану бабушкой? Разве кто-то вот так с бухты-барахты женится? Мне сейчас точно не до свадьбы. Я на работу. Ты посмотришь даты? Я человек занятой, а из-за тебя мне еще дату подбирать. Я на работу, пока. Ах ты, я же еще не закончила. Стой! Негодница. Хао Рань? Фан Сы. Ты пил?
Фан Ци, ты любишь Литана? Хаорань. 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 Прошлой ночью ходил к реке, хотел побыть там вместе со мной. Фан Ци, почему? Почему? Про любовь. Нельзя обманывать свое сердце. Хаорань. Спасибо, что был ко мне так добр. Но когда Литан пропал, я поняла, что без него не могу. И не важно, что порой он ведет себя как ребенок. Прости, Хаорань. Проснулся. Фан Ци, я в порядке, можешь уйти. Ты выпил лишнего. Я уже давно не был так трезв. Хаорань! Хаорань! Фан Ци! Хаорань! Ты пьян. Тебе стоит выспаться. Только вчера вернулись, а он уже в курсе. Чувствую, что обязан семье Ли жизнью. Только спустился с самолета, а меня уже встречает секретарь твоего отца. И что? Хочет, чтобы мы отступили? Нет. Он просто передал, что для нас фабрика слишком большая, нам ее производственные мощности ни к чему. Стоит развязать ему руки. Ты же в курсе, что поглощение Тунлинь было игрой? Твой отец пытался заставить тебя действовать. Понимаю, хочешь сохранить фабрику на тот случай, если он опять навяжет тебе борьбу. Но из-за этого в корпорации Ли возникнут проблемы. Акционеры прижмут к стенке твоего отца. А он думал обо мне, когда Тон Линь собрался поглощать. Я заполучил то, что ему принадлежало, и он вспомнил, что я его сын. Он знал об этой своей слабости и доверился тебе. Чувствовал, что воспользуешься этой возможностью и спасешь Дон Жуан. Отец не стал бы топить сына. Ага, не утопил бы он меня. Думаешь, он бы помог, попади я в настоящую беду? Он, твой отец. Разве можно быть таким? Он уже не молод, может, хватит с ним сражаться. Его секретарь мне рассказала, что акционеры подозревают твоего отца в разглашении информации. Он был рад узнать, что это ты его обошел. А все потому, что он тебя любит. Если честно, смотрю на вашу борьбу и завидую, потому что мне не с кем бороться. Мне тебя никогда не понять, да? Ладно, молчу. Тебе решать. Я ушел. Пока! Он твой отец. Разве можно быть таким? Он же не молод. Может, хватит с ним сражаться? Литан. Что с тобой? Что тебя беспокоит?
Ничего. Не держи в себе. Поделись со мной. Я знаю, тебя что-то тревожит. Ло Шаудзинь. Сказал, что секретарь отца встретила его в аэропорту. Хочет, чтобы я отказался от фабрики отца. А все потому, что акционеры обвиняют отца в разглашении информации. А ты что? Литан, если честно, я думаю... Знаю, он мой отец. Знаю, что должен быть хладнокровным и не думать о его делах, но не могу. Я хочу понять, зачем он так со мной. 20 лет. Разве возраст оправдывает его? Стань я банкротом, он бы обвинил меня в некомпетентности. Но вот я добился успеха. И я все равно в немилости. Я понимаю, что ты чувствуешь. Понимаю, как тебе нелегко из-за того, что отец тебя не понимает. Но это не значит, что он тебя не любит. Просто использует своеобразный способ демонстрации своей заботы. Между вами очень много недосказанностей. Я не хочу, чтобы ты потом сожалел. О чем мне сожалеть? Злюсь, вспоминая его мерзкий характер. Меня от него просто воротит. Я в бешенстве. У тебя тоже мерзкий характер. Ты мне так щеки оторвешь. Отпусти. Я спрошу тебя, если из-за произошедшего твоего отца лишат поста председателя, сможешь с этим жить? Литан. Ладно, я знаю, что делать. Знаю, что должен сделать. Хватит ныть уже. Я пойду. Живо работать. Шеф! Шеф! Я только заснул. Перелет был жутко утомительным. Заткнись, откажись от отцовской фабрики. Верни деньги. Что? Ты уверен? Разве не ты хотел месяцок-другой ее подержать? Прекращай трепаться. Делай, как говорю. Пока. Молодец! Я устал. Конечно, ты устал. Больше не могу. Не могу. А не утомительно было вместе с отцом меня обманывать? Я признаю ошибку. Ладно, забудь. Я был неправ. Не мучай меня. Давай, перерыв. Прошу, не надо! Это прими как доказательство, что я перед тобой извинился. Надеюсь, Фанцы понравится. Если бы ты не торопился, я бы подыскал варианты еще лучше. Этого достаточно. Спасибо. Надеюсь, у тебя получится. Почему не признаешься? Тебя не было прошлой ночью. Ты была с директором Ли или Хауранем. Или втроем выясняли, кому ты достанешься. Фанцы, расскажи нам. Мы сделали ставки. Ладно, вам уже. Устроили допрос. Думаю, Фанцы никого не выбрала. А если она никого не выбрала, значит, с вас ставки в 10-кратном размере. Неважно, как это тяжело, выбери одного. Фанцы, скажи, что ты никого не выбрала. Замолчи, прекратите. Ну, расскажи. Что за поведение? Как можно так с начальником обращаться? Так значит, вы были вместе вчера. В 16:00 за всеми приедет машина. Я поеду первым. А ты со мной.
Давайте, давайте сюда, давайте платите. Что? Это еще не доказано. А ты не видела, что только что произошло? Видела? И что? Это судьбоносная встреча, как Джан Сяо встретила Инь Женя. Или как Доу Ифан влюбилась в Лю Хэня. Но все закончилось-то не очень. Помолчи, проехали. С вас денежки. Денежки. Идем. Куда? Признаешься ей? Ты хотя бы должен ей сказать, что сделал не меньше, чем Литан. Не пойду, мне нечего ей сказать. Квартиру найди мне, не хочу здесь жить. Инь Хаорань, если хочешь завоевать ее сердце, надо быть принципиальным. Что опять случилось? Вложил в нее свои деньги, пропиарил ее, испугался за нее и подставился на совете директоров. Но тут вернулся Литан, и она к нему побежала. Совесть у нее есть? Банде, успокойся. Присядь для начала. Садись. Выпей. Давай. Знаю. Я не могу вмешиваться. Хочешь выпить? Я выпью с тобой. Банде, ты давно меня знаешь. Не в моих правилах заставлять. Не подглядывай. Хватит этого ребячества. Не подглядывай. Открывай глаза. Этот цветок любил твой отец. Если не ошибаюсь, он был его любимым цветком. Здесь много материалов, чтобы ты могла творить в любое удобное для себя время. Цех оснащен по последнему слову техники. С этими малышами-манекенами ты можешь поболтать. Когда будешь на меня злиться? Они помогут тебе остыть и вдохновиться новыми идеями. Не думала, что это для меня. Покупал фабрику для того, чтобы тебя позлить. Здесь выпускают самую лучшую продукцию. Сама фабрика великолепна, а условия труда просто шикарные. Знал, что тебе хотелось бы иметь все это, и я... Когда приехал сюда, вспомнил твои слова. Ты спросила, понимаю ли я, насколько тебе было больно. И я понял, что было очень больно. Мне тоже было больно, и я не мог понять, причина в том, что я тебя ненавижу, или потому что безумно скучаю. Я хочу быть с тобой, держать тебя за руку. О чем ты? Ты же хотела вернуть свой бренд. Выходи за меня. Позволь мне стать твоим мужем. Я против. Ей плевать на мои деньги. Отец! Отец! Вот мы и встретились, президент Инь. Госпожа ждет вас. Oh.
幸福向左还是向右。如果时光可以倒流，你是否为我放弃所有，然后幸福快乐一起颤抖交换温柔。我可以忘记了所有，但只要记住你的双眸，记得你的右手，那种温柔是因为我直到永久。那种温柔是